Music Mag приветствует вас. Сегодня я вам расскажу о своем музыкальном инструменте. Это перкуссионный контроллер от компании Roland SPD-SX. Немного технической информации перед тем, как начать изучать этот прибор более подробно. Итак, у нас 9 рабочих поверхностей. С прекрасной отдачей. Все поверхности имеют индикацию, что позволяет вам играть, в принципе, в темноте и не путаться. Velocity, чувствительность, также присутствует. Передняя панель устройства. Это у нас кнопочка включения, две ручки, которые у нас ответственны за эффекты. Вот эти эффекты здесь. Собственно говоря, дилей, эффект, который вы можете назначать, фильтр и лупер. Здесь мастер, наушники, метроном, включить-выключить. Метроном можно пускать как и в наушники, так и на мейн-выход и на саб-выход, об этом чуть позже. Функция очень полезная, позволяет барабанщику играть под мезер, а в зал пускать минус. Рабочий экран, далее кит, меню, кнопка быстрого доступа, кнопка сэмплирования, кнопочка All Sound Off очень вам помогает, когда вы запутались, играете, много сэмплов запустили, в тот же момент нажимаете, все замолкает, можно заново начинать. Shift, далее плюс-минус, навигация, в зависимости от того, где вы находитесь, вот она будет вам помогать. Задняя панель Roland SPD-SX также интересна. Тут у нас подключение флеш-карточки, на которой могут быть записаны WAV сэмплы, звуки барабановые, или минуса, или так далее. Это все может загружаться в этот замечательный сэмплер. USB для подключения к компьютеру. Далее у нас питание, MIDI in out, входной сигнал, gain. Также можно посмотреть линейный сигнал, выбрать, или микрофонный. Далее у нас саб-выход, foot switch можно подключить, триггеры 3, 4, 1, 2. Дополнительные какие-то электронные пады, на которых можно играть. Фонс у нас подключено и мастер аут, в данный момент L-Mono. То есть можно как и стерео, так и моно подключать. Функционал достаточно огромный у этого инструмента. Все необходимые входы и выходы присутствуют. Давайте смотреть, слушать, что же у него внутри. В Roland SPD-SX у нас есть серия эффектов. Две ручки и 4 кнопочки. Фильтр, дилей, S-Loop и FX. Давайте запустим сэмпл и послушаем. Секции дополнительных эффектов вы также можете управлять, если вы нажмете меню, выберете эффекты, нажмете Enter, и у вас есть FX1 и FX2. Вы видите, есть ревер, вибрато, pitch shifter, ринмут, дисторшн и так далее, touch warp. В положении кит на экране есть кит FX. В данный момент FX1 и FX2 выключены. Вот если мы их включим, зайдем в секцию эффектов снова, мы сможем их послушать. Настраивается по глубине эффекта, так далее, еще дополнительные настройки. Итак, зайдем в меню, посмотрим, что нам предлагает Roland SPD-SX. Секция Kit. Ну, здесь все более-менее понятно, основные настройки. Темп,
громкость барабанов, выход, где вы можете пускать на мастер, на саб-выход, на наушники, MIDI-настройки. Вот. Далее. Пэд. Вот тут интереснее. Здесь можно подмешивать звуки. Помимо того, что можно настроить на какой-нибудь из триггеров подать определенный сэмпл или барабан, отрегулировать его громкость, панорамирование и так далее. Здесь также можно настроить, чтобы был поли или моно, динамику включить, вот, чтобы он был или стационарный по одной громкости, или можно было ее варьировать. Тип триггера, вот что интересно, здесь прям нарисовано, что у вас могут быть или пэды стандартные, прорезиненные, которые находятся на корпусе Rondes PDSX. Также можно подключать различные другие электронные пэды через дополнительные входы на задней панели. Вот тут они даже нарисованы, какие именно можно делать. Но я хотел вам рассказать про вот этот замечательный саб. Итак, функция саб. Подмешивание звука. Вот у меня есть звук. Я хочу добавить, например, сюда клэпа дать. Таким образом, можно путем наложения двух звуков создать свой собственный саунд. Далее, секция эффектов, но мы ее уже смотрели. Системные настройки. Клик, вот, пожалуйста, собственно говоря. Выход клика, как я и говорил, можно так же, как и эффекты мы смотрели, пускать на мастер, на саб-аут, на наушники. Также можно назначить, куда у вас будет идти, собственно говоря, клик. Вот. Что еще важно знать на первом этапе? Сетап. Ну, здесь отстраивается чувствительность ваших триггеров. Много, на самом деле, в Rondes PDSX можно по MIDI настроить и настроить чувствительность определенных поверхностей рабочих, пэдов или триггеров, что очень удобно. Каждый человек имеет свой стиль игры, поэтому Roland продумал этот момент достаточно основательно. Утилиты. Ну, здесь Wavelist — это все, что касается загружаемых звуков извне. То есть Wave Import и так далее. Более подробно это можно будет посмотреть в других видеосюжетах, где будет непосредственно предоставлен перформанс по игре на Роланде с какими-то своими собственными звуками. Сейчас у нас обзорный подробный такой сюжетик, чтобы просто заинтересовать, и вам стало самим интересно посмотреть, как это все работает. В заключение хочется сказать пару слов об уникальности данного контроллера. Rondes PDSX – это не просто помощник барабанщика, сэмплер для тех, у кого уже все есть, собственно говоря, но и, как и отдельная ударная установка, тоже легко применяется. Особенно если вы играете в барах с диджеем или гитаристом вдвоем, втроем, где тесновато, мало места, мало звука. Нет возможности выступить в живой команде, а вот на самом деле есть. Имея такой контроллер, вы сможете всегда перформировать где угодно. Очень удобная штука, всем рекомендую. Вы можете использовать как и свои звуки, которые вы привыкли слышать, загружая их по флешке, так и использовать звуки, которые находятся внутри Роланда, или использовать банки Роланда. Слушайте любимую музыку, не стесняйтесь играть свою. В следующих сюжетах мы обязательно покажем, как эта штука работает подробнее. А пока уже на нашем канале в разделе Music Mac Life есть выступление группы Jampol. Вот, как я уже сказал в начале сюжета, это мой музыкальный инструмент, на котором я играю и перформирую. И будут еще, конечно же, концерты и с диджеями, и с другими группами. А пока одно выступление уже выложено, так что можете посмотреть, как это работает на практике.